сегодня мы поговорим на тему, как проявляется трихомонада у мужчин. Вроде бы уже много на эту тему все сказано, написано, но остается важным, обычно упускает одну очень важную деталь. Трихомониаз у мужчин может протекать как в острой, так и совершенно бессимптомной форме. Но бессимптомная форма, она уж не такая бессимптомная. Всегда говорят, что начинается это все с зуда в уретре, с покраснением губок уретры, появлением выделений. Вначале они слизистого характера, потом меняются на слизисто-гнойного характера. Вот. И затем уже проявляется, может вообще вся симптоматика пропасть, потом уже вернуться симптоматика в виде боли в области малого таза, в области предстательной железы, снижением эректильной функции и так далее. Возбудитель трихомониаза – это трихомонада вагиналис. Вот, она относится к разряду простейших, то есть это микроорганизм выше, чем бактерии, вот, и намного сложнее бактерий. Она может переходить в различные формы. Первоначально самая классическая – это жгутиковая форма. То есть эта клетка имеет жгутик, с помощью которого она может легко подниматься и распространяться во все отделы мочеиспускательного тракта. Поэтому сейчас в большинстве случаев симптоматика такая классическая, если есть, то она быстро регрессирует. И потом уже через какое-то время, даже спустя несколько месяцев, а может даже и лет, возникает уже осложнение трихомониаза в виде хронических воспалительных заболеваний мочеиспускательного тракта. И так как это довольно высокий микроорганизм в своем развитии, у него есть особенности его жизнедеятельности. Первое. Самый первый признак трихомониаза, который никогда даже не ассоциируется с болезнью какой-то, это, наоборот, после заражения увеличение полового влечения, особенно у мужчин. Как это проявляется? Ну, спустя несколько дней после полового акта, при котором произошло заражение, возникает, я бы даже сказал, более так называемое приятное ощущение, приятный зуд в области полового члена. Бывает иногда, наоборот, повышенная либидо и повышенная эректильная функция. Это происходит из-за того, что трихомонада выделяет в кровь эндорфиноподобные вещества, что способствует, первое, то есть вещества, которые сходны к рецепторам, опиоидным рецепторам, которые вызывают эйфорию. Конечно, концентрация очень маленькая, но у человека улучшается настроение, увеличивается половое влечение и увеличивается, грубо говоря, так сказать, активность. То есть человек становится более раскованный, и в связи с этим склонны к случайным половым связям. Это может продолжаться очень длительное время, вплоть до нескольких недель или даже обычно до года. До тех пор, во-первых, в этот момент происходит заражение других половых партнеров, вот, и происходит диссеминация, то есть распространение возбудителя по всему организму. И уже когда трихомонада закрепилась, то она, конечно, меняется. То есть человек, наоборот, становится более замкнутым, у него пропадает половое влечение практически до нуля, иногда даже у самых молодых людей. Он замыкается, и, соответственно, тоже возникают такие психические изменения.
Это все происходит из-за того, что этот микроорганизм очень влияет на жизнедеятельность опиатных, то есть вещества именно на опиатные рецепторы, и, соответственно, напрямую влияет на психическое состояние человека. На главное, и на поздних стадиях, конечно, уже из мочеиспускательного тракта этот микроорганизм может уйти и образовывать, например, в предстательной железе, в мочевом пузыре очаги, вот, и, соответственно, производить такое вялотекущее воспаление. На данном этапе лечение довольно тяжелое. Занимает оно в среднем около месяца, но при грамотном подходе все равно, даже на поздних стадиях, трихомонада излечима. И, соответственно, и чем раньше начать лечение, тем меньше будет последствия трихомониаза. Спасибо за внимание.